Так как темой конференции стала опережающая педагогика, на педсовете рассматривались вопросы развития образовательной системы в целом. Сотрудниками Башкирского государственного университета имени Акмуллы было проведено анкетирование, проведен тщательный его анализ и выявлены объективные картины деятельности наших образовательных учреждений. Вся наша большая беда в чем? Свою хорошую работу мы не умеем преподносить и показывать. Вот то, что вас родители, ваши дети оценивали, это одни показатели. Вы сейчас в таблице это увидите. Второй – это наша оценка вашего труда. Мы, как и договорились, выезды в школы не делали. Мы работали только с тем, что представлено у вас на сайте. Представители столичного вуза провели не только аналитическую работу по муниципальным и образовательным учреждениям, но также дали методические рекомендации присутствующим. Для полноты картины результаты анкетирования были представлены в формате презентации на карте города и в виде таблиц. Также присутствующие руководители образовательных учреждений получили подробные инструкции по оформлению сайтов, начиная с главной страницы всех разделов и подразделов и заканчивая форматом представленных документов. Педагоги БГПУ предложили школам сотрудничество со студентами, программистами Уфимского вуза для создания удобных и понятных интерфейсов сайта. Студенты, они должны включаться в будущую профессиональную деятельность уже на стадии обучения. Поэтому если сейчас речь шла именно о помощи в организации правильной работы сайтов образовательных учреждений, то наши студенты, которые учатся в направлении информатика, мы готовы подключить их в рамках их курсовых работ, дипломных работ, именно уже к той сфере производства, с которым, собственно, им и придет работать. Как правило, сайтами занимаются учителя информатики в школе. Пусть уже начинают свои студенческие годы. Развитие системы образования позволит в ближайшее время достичь высоких результатов. Ведь качественная и профессиональная подготовка смены поколения очень важна. В сотрудничестве со столичным вузом планируется развивать пилотный проект по опережающей педагогике. Важно то, что было получено направление, в котором нужно двигаться, какие аспекты следует подтянуть. То есть можно сказать, что по итогам проведенной работы был определен практический выход. Мне бы хотелось, пользуясь случаем, поблагодарить Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы за вот эту огромную проведенную работу и, конечно же, за работу, которая нас ждет в перспективе, потому что мы знаем, что кадровые вопросы учительства для нашего города очень актуальны. Спасибо. Айгуль Мухаммедшина, Гульнас Филатова, Ярослав Кондратьев. Новости.